Был почти уверен, что я упаду. Хорошо, хорошо. Ай, сейчас умру, сейчас умру. А, умираю. А. Фу. Фу. Всем привет, меня зовут Артур, и мы продолжаем страдать в Dark Souls. В предыдущей серии мы наваляли Арториусу с трудом, но тем не менее мы это сделали. Как я уже говорил, он несложный был, но с моим, блин, уроном в 66 это было как-то не очень просто. Ай, ладно. Может быть, я, конечно, что-то не так прокачал своему персонажу, но не знаю, может быть это просто потому, что он слабый. По уровню. Не знаю. Я просто рассчитывал, что этот меч будет у него забирать много. Так, что это такое? Это же ты. Душа человека, что пала здесь. Он был моим другом. Я хочу помянуть его и вернуть его душу. Не желаешь ли ты отдать кольцо мне? Да ради бога. Спасибо. Я не забуду твоей доброты. Пожалуйста, возьми. Мне это больше не нужно. Да хранит тебя повелитель. Прикольно, ну-ка. Злой след и темный серебряный след, да? Темный серебряный кинжал клинка повелителя Сиаран, одной из четырех рыцарей Гвина. Сначала жертва слепнет от мерцания золотого следа, а потом умирает от страшного яда, которым смазано лезвие кинжала. Кривой меч клинка повелителя Сиаран, одной из четырех рыцарей повелителя Гвина. Она орудует своим мечом в завораживающем танце, разрывая тьму смертоносным золотым мерцанием. Круто, слушайте, а я могу как-то вот так вот, может быть, нет, не так. Я думаю, что вы поняли как, да? Сейчас я попробую. Слушай, могу. А я думал, что это только во второй части сделали. А что насчет стоек? Или вот именно... Оу, прикольно. Слушайте, а может быть походить вот так? Какое-то время. Я хотел во второй части походить с двумя мечами. Но может быть попробовать тут? И знаете что? Для этого я бы хотел бы еще доспехи Артуриуса одеть. Вот это было бы прикольно. Доспехи Артуриуса, два меча. Это, конечно, немножко не, ну, как бы не совсем, вот, как бы доспехи Артуриуса с двумя мечами не слишком-то соединяются, так сказать, между собой, но тем не менее. Тут скорее должны соединиться какой-нибудь его двуручный меч. Я отдал как раз душу, чтобы сделать двуручный меч. Битва за стоицизм проходит только в сети. Ладно. Так, ну это всякие сетевые штучки. Я помню, здесь можно драться в ПВП-шиться. Я не хочу, честно говоря, поэтому его в баню. Я думаю, что довольно плохая идея сейчас ходить двумя мечами. Потому что, во-первых, я хотел бы, чтобы мой персонаж был более подвижен. Для этого у меня нет сейчас подходящих доспехов. Но я попробую. Чем мне стоит-то? Мне просто не нравится, что он бьет только одним мечом. Я помню, что во второй части как-то стойки можно было менять там. Но тут такого нету, поэтому, возможно, здесь это не так хорошо будет работать, как я себе представляю. Так, я помню, кто у нас там. И перед тем, как мы туда пойдем...
мы посмотрим эту дырку и пойдем сразу сюда. Я просто планировал, что туда можно как минимум спрыгнуть. Заперто. Какого черта? Окей. Хорошо. Где? Вот он. Ключ здесь, походу, лежит, да? Нет. Не понял. А. Ну, два варианта. Либо мне к нему еще рано, либо я где-то ключ не взял. Что, скорее всего. Учитывая, что я только что навалял Арториусу, то ключ либо должен быть где-то там дальше, либо я его пропустил где-то здесь. И, честно говоря, я предпочитаю сейчас пойти дальше, чем спускаться туда, в катакомбы. Не знаю почему. И мы уже почти 10 минут бегаем и занимаемся какой-то фигней, честно говоря, тупо на одном месте топчемся, поэтому... Поэтому предлагаю пойти на вот эти воодушевляющие крики. Я чувствую, что плохая идея, конечно, сейчас ходить с двумя мечами. Ну, я не знаю, возможно, есть какие-то стойки, но... Что-то я вот как-то не нашел кнопки для стоек. Поэтому пока что я буду ходить вот с этим. Если я выясню, что есть какие-то кнопки, чтобы поменять стойку для... драки именно двумя мечами, то я это попробую применить. Но во второй части я буду ходить с двумя. Там я точно знаю, что есть всякие стоечки, приемы. Вот это будет прикольно, я думаю. Я пока буду ходить со своим любимым мечом, зараза. Подохни, ублюдок. Я так понимаю, бывший житель деревни. Ну или нынешний обратившийся житель. Да что ж такое-то? У меня 75 тысяч душ. Конечно, логично было бы. Да и даже не просто логично, было бы разумно взять. Да и вкачать их, да? Но хрен его знает. По сути-то мне больше некуда их тратить, кроме как в уровень душа, в смысле. То есть у меня прокачано все, что я хотел. Протвучено. У меня полное ощущение, что я где-то ключ не взял. Где-то сзади. Но хочется идти вперед. Хотя, с другой стороны, возможно, ключ лежит где-то здесь. Ну ладно. Я думаю, что в любом случае я туда еще вернусь, потому что этот товарищ должен мне... Должен мне помочь... Грохнуть дракона! Так, тихо. Какой-то ты... Слоупочный. Заснул, что ли? Если хотел устроить засаду, то самое время было выпрыгивать. Смутно так припоминаю все эти места. Вот с обычными врагами меч справляется как надо. С, блин, боссами он какой-то как-то вот, вообще как-то плохо справляется, не боюсь этого слова. Как думаете, стоит оно того? Конечно, стоит, господи. Так, а вот туда уже определенно не стоит прыгать.
Зараза, да что ж ты с такой задержкой-то отпрыгнул, да твою мать. Души я вкачаю у следующего костра. Я так думаю, твою дизию. Твою мать! Их было двое. Хорошо. Вы обратили внимание, что там один сундук был открыт, кстати говоря. По-моему. Ладно. Это не так, чтобы далеко. Какого черта? Черт, не умер со второго удара. Туда не очень далеко идти, так что... Думаю, сейчас быстро туда вернемся. Висит. Так, лифт нужно активировать снизу. Сверху не работает. Какого чёрта? Ну да, 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 да. Я же стал слабее, меч стал слабее, потому что я потерял 10 душ. Чтобы убивать их снова с двух ударов, нужно забрать свои драгоценные души. Главное, не подохнуть по дороге. Смотрите, это я так понимаю. А! Чёрт! Я уже почему-то подумал, что я сейчас его убью со второго удара и решил поправить, значит, микрофон, который очень дико неудобно висит на шее. А, я забыл, что он не умирает с одного, со второго удара. Ладно. А, что я говорил? А, да, я говорю, что это вроде бы как люди, да? То есть люди, которые превратились вот в эту хрень. Мне вот интересно, у них руки изначально были у этих людей такие, или у них вытянулись по ходу превращения? Потому что это капец. Такое, это у них там еще локти были так, словно они сейчас вылезут у них. Хорошо. Так, здесь меня убили. Соответственно, нужно недооценивать это место и сделать все вот как-то вот так, наверное. Нет. Хватай, хватай. Хорошо, ай. Ай, ай, ай. И я не хотел бежать, потому что я был почти уверен, что я упаду. Хорошо, хорошо. Ай, сейчас умру, сейчас умру. А, умираю. А. Фу. Фу. Хорошо. Кто-то уже, блин, забрал отсюда мои вещи. Это были мои вещи. Они предназначались для меня. Чтобы облегчить мне игру. Какого черта? Сфера тьмы. Это для магов, да? Там. Это заклинание бездны было открыто полубезумным колдуном из Алачля. Посылает огромную темную сферу. В отличие от обычных заклинаний волшебства души, заклинание волшебства бездны более мощное и наносит физический урон. Возможно, человеческие души создают более мощные заклинания благодаря человечности. То есть есть еще какие-то заклинания, которые усиливаются с помощью человечности, да? О, слушайте. Я думаю, он удивится, когда такое в него прилетит. Нужно следить за тем, что меня этот лук откидывает чуть-чуть назад. Чтобы не откинул меня в пропасть. Получаю, ублюдок. И последнюю.
Да ну елки зеленые! Я думал, он не умер. Смотрите, меня почти это скинуло уже. Так. Идемте сюда. Я вообще... Здрасте. Знак прости. По-моему, эти знаки тупо ничего не значат. Ничего особого имеется в виду. Папа древнему дереву с надписью «Прости». Эту голову вырезал из древнего дерева Гох, когда находился в заключении. Гох, владыка души, в каждую... Гох вкладывал душу в каждую работу, и это приносило ему... Принесло ему озарение. Если побеспокоить голову, она заговорит, демонстрируя вложенные в нее чувства. Голова говорит «Прости». Приглядитесь, лицо выражает мольбу. Так, хорошо, что я решил не идти дальше, потому что я обязательно сейчас упал бы. И что, и все, я ее выкинул, она сломалась? А, нет. Ну, это, наверное, для этих самых, для онлайна, да? Потому что я понятия не имею, куда это еще можно использовать. Мне нужен ключ. Ключ в место, где сидит Гох. Кстати, у меня 11 человечностей. Я где-то то ли подобрал, то ли высосал с какой-то человечности. Если я где-то пропустил ключ, то ладно, черт с ним, я еще вернусь к нему в любом случае. Я так думаю. Тихо. В крайнем случае, я сейчас от второго костра, ну, потом, когда уже дойду к нему, телепортируюсь к этому первому. Телепортируюсь к этому первому костру и попробую еще там поискать этот ключ, потому что я не уверен, что я его там не пропустил. Так, слушайте, а куда идти? Сюда? Мы отсюда пришли вроде бы. Какого хера это было? Ладно. Неважно. Так, да будет свет. Во-первых, что-то взрывается, во-вторых, что означает, да будет свет. А в-третьих, я хочу наверх залезть. Это вообще можно сделать? Конечно, можно. Я вроде бы сюда спрыгнул, да? Значит, туда можно как-то залезть. Ну, в смысле, имеется в виду... Не спрыгивать сюда. А вот оттуда спрыгнуть на башню. Но! Пробуем... Сюда! Да шо? Если я доберусь до... Второго бонфайра, то я уже телепортируюсь назад и еще раз пройду здесь. Чтобы быть уверенным, что я ничего не пропустил. Дайте мне ключ от... О, во, вот, все, все хорошо. Ну, конечно, я знал на самом деле. Я чувствовал. Слишком уж подозрительно он здесь стоял, чтобы не быть мимиком. Знак отлично. Ну, я думаю, то же самое, только отлично, да, будет. Тихо. Не вздумай мне упасть. Вот туда. Я хочу вот туда как-то перепрыгнуть. Это можно сделать? Я не уверен. По-моему, нет. Да, и я смотрю, что незачем. Так что ладно, хер с ним.
А вот этого товарища, я думаю, надо... Тихо. Вообще уже, что ли, конченый, блин. Ладно, ну его в баню. Сейчас еще как упадет мне тут. Лучше уж... Придем и наваляем его вручную, ну его в баню. Так, иди сюда, ублюдок. Я из-за тебя чуть с обрыва не навернулся. Я бы там точно не выжил. Вот там вот может быть еще да и то. И то, скорее всего, нет. Меня бы моим же весом и доспехами бы придавило к чертовой матери. Какого хера? Что это такое там было? Или это те же самые, только в темноте светятся, да? Так, ладно. Не хочу тратить на них драгоценные стрелы. По-моему, чуть-чуть отличается этот товарищ, да? Я не уверен, но, по-моему, что-то отличается. Твою ж дивизию. Ублюдок. Мусор. То, что доктор прописал. Интересно, я же могу парировать их удары, да? Они, правда, такие внезапные, что я не уверен. Смогу ли, но, по идее, должен мочь. Так, как залезть туда? Оттуда, скорее всего. Так, что-то их там слишком дохера. Давайте-ка их по одиночке и вот этим луком. Потому что я не вижу смысла тратить на них хорошие стрелы. Здесь титанит выпадает. Это довольно круто. Правда, титанит, ну, такой себе, но оно и понятно, они же не там босс или еще кто-нибудь в этом броде, даже не... Даже до черных рыцарей не дотягивают, но тем не менее. Ладно. Не спрыгивает. Я... Думал, что он сможет перелезть этот бордюрочек небольшой. Ладно. Мне просто кажется, что там кто-то еще будет. Я смутно припоминаю, что там будет кто-то. То ли маг, то ли что. Если они все... Да твою ж дивизию. Если они все ломанутся и будет при этом стрелять маг, мало не покажется. Но он стоит вот здесь. Учитывая, что маг пробивает блок... Ах ты ж ублюдок. Сдохни, зараза. А, еще здесь маг. Кругом маги. О-о-о. Спас мага ценой своей головы. Стоило ли оно того, а? Ублюдок. Что ты ржешь? Засранец. Так. Я надеюсь, меня тут никто предательски в спину не толкнет. Довольно жуткое место, должен отметить. Кругом кто-то кричит, воет. И эти засранцы ржут. Кстати, душа героя, это, по-моему, целых 5000 душ. Или 8. Довольно много.
Ну, я не уверен, но, по-моему, да. Так, все хорошо. А! Да что ж такое-то? Я думал, там есть где постоять можно. Нет. Я думаю, что желательно блокировать их первый удар. Потому что, когда я решаю этого не делать, я огребаю чуть-чуть. Меня это бесит самую малость. Так, я понял. Давайте сначала сюда. Так. Нужно прямо с самого кончика прыгнуть туда. Я так... Думаю! Да! Ха-ха, отлично! Была мысль снять с себя доспехи и прыгнуть, но я почти уверен, что, скорее всего, я бы не допрыгнул из-за этого, потому что... Когда я слишком усердствую, то оно получается как-то хуже. А когда я спонтанно решаю это сделать, оно сразу получается. Ну, вспомни тот раз, когда я пытался перепрыгнуть там какую-то ямку и снял с себя доспехи для этого. И не смог этого сделать, а потом одел их назад, плюнул на это и... одел назад и запрыгнул. Так, назад я не буду пытаться запрыгивать, я лучше оббегу. Так будет безопасней. Что такое? А, да. Трупы двигаются. Все нормально. Так, у нас есть проход сюда. Еще был проход внизу. Ну, пока мы сюда сходим для начала. Да что ж такое-то? Тысяча 300. Блин, я хотел бы с одного удара столько сносить. Но... О, сорный ключ. Может быть, именно этот ключ нужен для того, чтобы в гофку попасть? Я знал про тебя, ублюдок. Ну, догадывался. Знать я не помнил наверняка. Так, это мы отсюда пришли, да? Да. У нас есть проход внизу, есть проход здесь. Мне кажется, что они как-то связаны. Так, хорошо. А что это такое тогда? То есть, один путь. А, ты смотри. Туман тьмы. Заклинание бездны было открыто полубезумным колдуном из Алачеля. Насылает туман тьмы. Несмотря на то, что теоретический туман... так. Теоретический туман тьмы тесно связан с человечностью, он также очень ядовит для людей. Возможно, он отплачивает человеку его же жестокостью. Хотите сказать, что магия тьмы была рождена из людей, да? Ну или типа того. Так, значит, это проход как для людей. Просто в двери выход. И проход специально для таких, как мы. По крышам. Хорошо, я выберу именно такой путь. Потому что там наверняка лежит какой-то ништячок.
Главное не свалиться отсюда. Нужно какой-то из бонфайров будет прокачать, потому что 5 лечило как-то. 5 эстусов как-то уже не камильфо, честно говоря. Я уже привык к 10. И привык рассчитывать на 10 штук, а не на 5. Какого черта, слазь давай. Круто! Так, сразу же. Нет, потом. Лучше потом, наверное. Хотя, какая разница? Потом или сейчас? Можно было бы, правда, использовать как лечение, на самом-то деле. С другой стороны, мне всегда хватало 10 эссусов. Блин. Я подумал, что это маг стоит. Что это там такое? Я помню, что там какая-то хреновина будет в том зале. Наверное, это она и стоит. Так, а это срезик. Хорошо. Надо посмотреть на этот ключ Гоха. Я надеюсь, что... Ой, ключ Гоха, говорю. Этот ключ, который мы сейчас нашли. Мне кажется, что именно он приведет к Гоху. То бишь, откроет ту дверь. Ну, просто потому, что я другого ключа не нашел. Я даже не буду сейчас сидеть здесь. Я сразу же пойду. Проверю теорию. Я просто хотел бы поговорить с ним до того, как попаду к Манусу. Не знаю почему. Мне просто кажется, что если я надеру зад Манусу, а потом вернусь сюда, то... я пропущу какой-то интересный диалог. Отлично. Фух, я доволен. Ну, здравствуй, Гох. Лук просто охеренный. Обычно луки делаются, знаете как, да? То есть тесева у них делается из жил. Вот интересно, что он сюда натянул? Жилу дракона какую-нибудь или что? Похоже просто на канат. Но канат работает хуже, по-моему. О, нас гости. Должно быть, Арториус свободен благодаря тебе. Он мой старый друг. Я благодарю тебя. Он покинул этот местный за памятной честью. А я теперь тут. Старый и слепой. Боюсь, я мало чем смогу помочь. Ну как тебе сказать? Я думаю, ты найдешь чем помочь. Пускай будет в коллекции. Я думаю, что ты сможешь помочь победить дракона. Если ты сможешь сделать землю, берегись черного дракона. Боюсь, что тебе не одолеть это чудовище. Тут нечего сказать. Какая польза от солнца, если нет охоты? Мне повезло, что я живой. Понятно. Чтобы навалять дракону, нужно, видимо, сначала к нему сходить, увидеть его разок, потом вернуться к Гоху. И только тогда он сделает дело. Хорошо. В таком случае, уже в следующей серии мы решим, куда идти в первую очередь. Идти сначала исследовать все вот это вот дело. Имеется в виду весь этот город, идти к Манусу. Или, может быть, сначала
надрать задницу дракону. Не знаю еще, что делать, но, наверное, я больше склоняюсь к дракону. Не знаю почему. Ладно, я решил уже в следующей серии. А пока что все. Надеюсь, вам понравилось. Все. Всем пока. Удачи.